Задачи на вычитание. Задача номер 36. Условие задачи. Мимо станции за день прошло 25 поездов. Сколько прошло товарных поездов, если пассажирских 9? Прочтите ребенку условия задачи. Попросите найти необходимые карточки с числами для составления примера. Число 25 и число 9. Спросите, какое действие нужно совершить. Попросите найти и поставить карточку со знаком. Чтобы решить задачу, сначала ребенок должен составить из форм необходимые числа. Число 25 – это две формы 10 и форма 5. Число 9 соответствует форме 9. Теперь ребенок накладывает вычитаемые на уменьшаемые, то есть 9 на 25. Пересчитывает оставшиеся без наложения ячейки. Попросите ребенка назвать ответ. Попросите найти карточку с ответом и закончить пример.